Приветствую, друзья. Помните скрипачку? Она в черном была такая. Я придумал формат «Коллективный разум». Там этот, в этом формате вы мне подсказываете, что добавить, что убавить, что лучше, что хуже. Опять сменить ли вот это на черный цвет, как было в прошлый раз. Ну и как мне сделать последний мазок, чтобы все соединилось в едином таком движении. Да, подскажите, друзья. И сегодня хочу вам сообщить, что 27 числа у нас 20 часов вебинар. Ну, там такое будет, ну, короче, узнаете. Еще хочу сказать, что я ищу себе сейчас партнера, с которым мы можем формулу ФА написать в такой интересной концепции. Потому что формула ФА – это лучшая из техник современности, которая моделирует работу мозга многозадачника. И когда мы моделируем это с помощью конкурирующих движений, сразу снимается стресс и выход на состояние безмятежности, откуда может сразу переходить поток. Еще я ищу партнера для того, чтобы мы сделали, ну, сейчас скажу, как бы это выразить, галерею одной картины. Ну, вот вы видели скрипачку в тех разных версиях, сейчас в красной версии. И вот эта галерея одной картины, каждый раз я ее фотографирую, чтобы мы могли ее выставить в виде книги. Но нужен фотограф, который хорошо все картины сфотографирует. И нужен издатель, который сможет эти картины распечатать. И это будет очень интересный проект, потому что человек сможет купить эту книжечку, скопировать эти картины на холст соответствующего размера, как эти картины, развесить у себя в квартире или в офисе одну и ту же картину в разных версиях. Но это потрясающие вещи. Поэтому можно было бы назвать галереи как бы одной картины двойного назначения. Не просто посмотреть, а и распечатать, и развесить. Итак, друзья, на вебинар не опоздайте. До встречи.